Ну? Руль-то есть? А. Да не. Ну ладно, сейчас разберемся. Бум. Не работает. Прикольно. О, ГАИ. Чей батя? А, там еще задняя дверь. Нифига народу. Костюмчиков. Ну, слушайте, тогда так ходили. Блин, я... Кто ты меня куда-то звал? Привет, Крис. Да я думал пойти во что-то поиграть, может быть, типа Fortnite, что-нибудь такое. Я уезжаю сегодня рано, я еще чуть-чуть постримлю, уезжаю. Я можем понял. Завтра пойти, либо послезавтра. Ну давай, хорошо, все, тогда на, всё, на давай, связи, давай. Ага. Может, переднюю дверь оставить открытой, чтобы воздух был? Ну так всегда делали. Сейчас, я хочу еще звук сделать погромче, мне нравится атмосферно. Сейчас. Так вот. Сын твоей мамы, спасибо за 9 месяцев. И Фловер, спасибо за рейд. Интерфейс потише сделать. А я закрыл. Она сама закрывается. А, там с колонной надо ехать. Чего, блядь? А, уже отстранили. Хорошо, ладно. Давайте попробуем перезайти, может быть, включится руль. Сейчас. Ну, игра прикольная, мне нравится. Мне нравится. Атмосфера есть, я такое люблю. Я пытаюсь включить руль. Иван, ты на руль нужно саму клавишу настраивать. А, реально? Ну, сейчас разберемся. А, реально. А, ё-моё. А как? Пары. Аварийка. Правый. Левый. Передняя дверь. Выключи это дерьмо, старпёр. Выключи стрим, молодничок. Так, освещение салона. Но это нам, это можно и на клаве включать. Удок.
гудок что сделать? Вот это сделаем. Так, стеклоочистители. Стеклоочистители вот это, наверное, будет. Освещение салона, освещение кабины нам не нужно. Вид. Так, освещение салона, освещение кабины нужно? Ну ладно, сделаем, короче, похуй. Подвеска, не знаю. Ай-ой-ой, нет, нет, нет. Блин, и что за подвеска? Вот это сделаем, пускай будет. Похуй. F7, F8, это все. Две кнопки, инвертировать, чувствительность, мертвая зона. Камера, камера, все. Движение, завести мотор. Но это можно все сделать на... Стояночный тормоз. Передача, сцепление. А, вот, все, найс, это работает, кстати. Передача, первая передача, четвертая, пятая. Блин, что сделать-то? Бля, это очень странно. Применить, нажать не забудь. Да я нажму, да, применить. Ой. Ну, типа, это тяжело настроить. Это очень странно. А, вот газ. Газ, все, найс. Внимание, та же ось назначена на передачу плюс. Похуй. Передача плюс, пускай будет вот это. Или что там, X у меня, W, да? А. О, ё-моё. Так, передача минус. Оп. Тормоз. Оп. Все, найс. Рулевое колесо. Найс. Тормоз, я все сделал. Завести мотор RZ. Все, найс. Офигеть, это очень прикольная игра на самом деле. Симулятор депрессивного автобуса. Численность населения составляла 49 360 человек, и все они были эвакуированы после аварии на ЧС. Жители города вывезли на 1225 автобусах и 250 грузовиках. Вот так вот, блин. Да, сегодня ведущий студии аналитик аноним. Спасибо за 200. Будет на днях, я когда там здорово. Начнется продолжение. Сегодня ведущий продолжение доты. Сегодня не получилось у Славы. Поехали. Внимание, внимание. Внимание, внимание. Внимание, внимание. Уважаемые товарищи. Городской совет. Внимание, внимание! Сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная... Ты что, тварь, падла, гнида? Что мне учудило здесь? А что такое? А, ось. Все, найс. Обстановка. О, имба. И советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, целью обеспечения полной безопасности и в первую гнида. Движение. Газ. Ось. Ось. Я понял. Бум. Привет, Ильичик. Хорошего дня тебе. Подскажи, что зовут тебя? Каждого живого года сегодня 27 апреля
хто зарується, але Logitech G29. Блять, у меня руль, короче, останавливает, когда я кручу, я понял, у меня какая-то хуета стоит. Все, я понял, ребят, я понял. Все, поехали. Все, все понятно. Короче, главное, руль поставим и все. Ось Logitech, руль. Ось Logitech, все, этого достаточно. Почему у меня автобус тормозит, когда я поворачиваю направо? Это что за бред? Кто тупой? Не, реально. Да, это на самом деле очень атмосферно и эвакуация. Внимание, покинуть всем свои помещения. Эвакуация в связи с чрезвычайным происшествием. Офигеть, прикиньте, на какой суете это было. Автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Ну это жесть была. Крайне необходимые вещи. А чё они стоят, не поворачивают? 14.09. Стойте, а катастрофа во сколько была? Стоп, а во сколько катастрофа была? Мой дед ликвидатор, нахуй ты исполняешь. Исполняешь что, дружище, на автобусе еду? В игре, где сюжет про этот момент в истории? Утром? Ну ладно, пока едем, пока все спокойно. Уже была, так и что, нам просто уезжать и все? Электрические и газовые приборы. Перекрыть водопроводные краны. Бля, ты что нахуй? Что ты делаешь? Ну господи, ну все, давайте, ну, ладно, я понял, здесь нельзя шишковать. А что чел по дискам нажал?
Ну что, не везет. Увидеть космос твой я не боюсь. Найти тебя я не боюсь. Я не боюсь, не боюсь. Я не боюсь открыть глаза. Я не боюсь увидеть космос твой. Я не боюсь найти тебя. Я не боюсь. Я не боюсь. Чат, музыка никак не связана с тем, что происходит в игре. Еще раз объясняю. Внимание, внимание. Уважаемые товарищи, городской совет народных как? Депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Да, блядь. Воинскими частями как заводить? Принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности как заводится? Людей, а. И в первую очередь людей, возникает необходимо провести временную эвакуацию жителей города Чернобыльской области. Для этого Все, ребят, играем прям, давайте РП, прям жесткое РП. Прям жесткое РП делаем. Рекомендуется с собой сдать документы. Крайне необходимые вещи, а также на первый случай. Да что, торопиться надо? Все, все, торопимся. Все, собираем. О, Кентик, смотрите, какой дедушка идет забавный. Ну давайте, мама, мама, быстрее. Где ребенок? Где ребенка потеряли? Торопимся. На период эвакуации будут мясо. Ну давай, давай, давай! Времени нету! Все, ребята, эвакуируемся. Спокойно, пристегнитесь, не бойтесь, все нормально. С вами профессиональный водитель. Спереди нас сопровождают сотрудники милиции. Все хорошо. Дорожно-транспортная служба. Тихо, тихо. Бум! Если бы ты реально был водителем там, то моя семья бы не смогла эвакуироваться. Внимание, внимание! Блин, на самом деле это так, так, ну, это очень стрёмно, мне кажется, было. Это очень, ну, представляете? Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной... Какое столкновение? Минус 150! За что? Я ничего не сделал, я на поребрик наехал, это автобус, у него 40 сантиметров просвет. Дима, я боюсь, езжай. Все нормально, мы успеваем. Не бойтесь. Все нормально, уезжаем. Не обгоняй, я не обгоняю. Просто проверю. Блин, дистанцию бы держать надо. Поворотниками включаются джейстик 7, джейстик 8. Это что за? А? А, вот, все, найс. Начиная с 14.00 часов будут поданы автобусы. Все, нормально. Воу, тихо. Какая радиация. Уезжаем, ребят, мы успеем, не переживайте, мы успеем. Чувствуйте себя в безопасности. Не нет, ух, ё-моё. Кубики поставили, столбики.
уезжаем. Ё-моё, радиация, ребятушки, ребятушки, держитесь. Останови, мне в туалет надо. Под себя иди, дружище, не время. Тут радиация. Выйдешь с одним писюнчиком, вернешься с двумя. Ой, я так понимаю, это табличка Припять, да? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. А там же еще остались люди. Это начало игры только. Я тоже хочу второй псевдоводник. Ё-моё, ребятушки, радиация, это все больше и больше. У меня уже нет места в автобусе, я бы еще больше людей забрал. Припять, 1970. Прошли, что ли? Село Копачи было одним из самых близких к Чернобылю. Все? Цунами. Торнадо. Самые разрушительные бури бури в мире. Особо мощный торнадо в состоянии поднять в воздух автомобиль и целый дом. Скорость передвижения торнадо составляет иногда до 100 км в час. Ой-ой-ой-ой-ой. Скорее всего... А что это за... Ой-ой-ой! Ребятушки! Землетрясение. Все норм, не, ну небо чистое, вроде нормально. Бум. Привет, слушай. Нет, Лук, здорово. Ой, вода отступила, смотрите! Все, это, кстати, пизда, когда вода отступает, это все, это ГГ. Это Габелла. Дайте тачку, я хочу съебаться отсюда, вы че?
Гули, смотри, спасай меня, дайте мне за руль сесть. Из гифти доната, я думаю, понятно, кто нажал кнопку. Ой, Аверсис, ну что ты? Бум. Так, все. Блять! Да как завестись? Ну какую девятую кнопку нажать? Ну, чтобы завести... А, X. Блять, R. Да все, нету ручника. Какой второй джойстик? Блять. О, все. Ух, ебать. Ребятки, садитесь быстрее. Быстрее, быстрее! А что это? Все, едем, едем, едем! А что мне за ними ехать? Все, уезжаем. А, мне не за ними вообще ехать надо было. А, мне еще людей забрать. Ё-моё. Ну. Ух, блядь. Ты чё нахуй? Ебать, давай, залезай. Нихера себе. Можно в телефонах не сидеть! Бабуля! Ой-ой-ой! Мужик, давай здоров! Да похер на дверь! Все, сваливаем! Рава Гатайда! Еще забирать, что ли? Серьезно? Быстрее, быстрее, быстрее. Ё-моё. Вы серьёзно? Вот! Это чё за дерьмо? Вы чё, с ума сошли, что ли? Давайте в машину, быстро! Нам пизда всем сейчас будет! Да, блядь, залезь в тачку! Кретин! Тачку залезайте, все, едем! Ну его нахер! Бум! Чутка намочилась. Что за происходит? Ни хрена себе, смочило немножко нам, так сказать, горло. Все, сваливаем. Ну сюда волны не должны достать, по идее. Здесь мы выше чуть поднялись. Я думаю, что здесь не должно. Бля. Все, пизда, ребят. Все, пизда. Ну, что это такое? А как уехать? Это нереально! Так, все, короче, я... Главный эвакуатор на месте. Значит, я прыгаю за руль, ребят, сейчас. И начинаем сразу двигаться. Не ждем! Не ждем, пока все начнется. Так, продолжить. Все, пропустить. Все, поехали. Работаем максимально быстро. Времени нет. Надо спасти. Пока волны маленькие. Да. Блять. Ебаный тормоз! Бум. Передайте, пожалуйста, водиле. Диме ебаный в рот, если я второй раз не доеду, ставлю 2 звезды за проезд, говно. Пожалуйста, быстрее, быстрее. Пока волны небольшие, залезайте в машину.
Нормально, волны пока маленькие. А я сейчас не буду тормозить просто, я сразу на обгон поеду. Я понимаю, что времени мало. И цунами не даст нам время, не даст нам шанса уйти. Куда ты поворачиваешь? Быстрее, 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 быстрее! Быстрее! Пока все нормально. Быстрее, бабуля, бабушка! Едем, едем, едем! Бум! Че проезд такой дорогой, хуесос? Не выебывайся там, скажи спасибо, что вообще взял тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас ёбнет, сейчас. Куда едешь, куесов? Ты что, не видишь, я людей спас? Плиты не ехать нормально. Ну давайте. Да можно заходить в автобус. Еще с рожами такими недовольными, как будто я им что-то должен. Вы не умрете, ребят. Вот, Васянчик зашел последний. Все, едем. Все. Мы в горы сейчас поднимемся, там меньше будет волн. Держитесь. Вроде не должно достать. Ой-о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 й, держитесь! Нормально! Вроде все хорошо. Фу, не догнала волна нас. Мы выше ушли. Нормально! Живем. Все, в горы, в горы, в горы, в горы. Давай быстрее. Ну все, у меня фул посадка, никого не должно больше сажать. Давай, 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 давай. Блять, там еще волна идет, ну это пиздец сейчас будет. Ну я вам серьезно. Ты можешь ей наближать, я уже приобрадно спасся с его полом дурацким. Бум. В горы уезжай, братиш! Ручник ставь. Люди не заходят, когда машина катится. Да заходит, я тормоз нажал, все нормально. Блять, там волна идет. Что там такое? Ну давай. Ой, блядь, все, пизда, ребятки. А прикиньте, в реальности это все, это ГГ. Вы посмотрите на эту хуятину, которая несется на нас. Это все, это пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой. Держись! Блин, а как сделать? Как это пройти? Это нереально. Это нереально пройти. Ладно, все, сейчас попробую. Все, максимально сейчас, без тупости. На профессионализме. В автобус. Быстрее, 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 быстрее. Давай, давай, давай. Быстрее. Бум. Ты вначале не тупи, ты у нас в голове отключай. Ехай нормально. Все нормально, ехаем. Ехай, бля! Алиса, включи тревожную музыку. Не забирай никого. Спасай свою жалкую шкуру. Бум. Ты меня забыл, Иван. Леймин, давай напишешь, как его спасешься. На, желательно на дом заберись. Едем, едем, едем. Нормально. Алис, следующий трек. Пусти меня, ублюдок. Давайте быстрее, быстрее, быстрее! Все, нормально тоже. Бум! Держи на бензин. Спасибо, возможно, не пригодится.
Взяли бутылки пластиковые пустые, чтобы воду набрать с собой. Все, едем. Едь, ебанат. Что едь? Я не могу не увести народ. Давай, давай, давай. Все, давай, чувак. Ой, блядь, сочувствую тебе, братишка. Маме привет. Бум. Шаг ставим плюс, если я буду вас забыл. Что это? Что это? Ты чё нахрен? Что это? Чё это такое? Что это? Я останусь с вами, я никуда не убегу. Извините. Чё за бред? Как меня расковыряло так? Как меня так расковыряло? Ладно, сейчас пробуем чат другую схему. Сейчас пробуем максимально быстро. Я попробую сейчас вообще не лагать. Я просто забываю завести движок. Все, пробуем. Go VR. Да VR нет уже в этой игре. Или есть в VR она? Как ручник убрать сам? Все, найс. Ребят, сейчас все идеально. Быстрее, 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 быстрее. Все идеально. Алиса, следующий трек. Все идеально, эвакуация. Блин, я сейчас очень хорошо еду. Сдай назад последних людей, уедь наверх. Не, тут нельзя так. Сигнали? Я не знаю, как сигналить. Бум. Сука, останови автобус. Я Стиндек забыл. Едем, едем. Сейчас максимально все быстро. Карту посмотри. Ну вот, мне людей забрать надо. Все, нормально. А, и там направо уехать, типа наверх? Ну можно, можно. Блин, тут прикольно, что каждый раз по-разному движение. Быстрее, 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 быстрее! Алис, следующий трек. Быстрее, спасаемся! Забирайте детей, щенят, котят! Жучков, паучков, всех забирайте! Я вижу карту. Все, мы успеваем, мы успеваем. За проезд передаем при этом. Что думаете, на халяву едем, что ли? Был бы автобус государственный, на халяву бы ехали. А так частный, так что давайте бабки. У кого нет бабок, выходит на следующей остановке. Давайте, не выебывайтесь, молча, там, деньги передавайте, без сдачи. Сегодня без сдачи. Нет времени сдачу давать. Ух, ё-моё. Ребята, я спасу вас во что бы то ни стало, только деньги передавайте.
Держитесь! Возьмите своих родителей за руки. Мам, сыновей, детей, бабушек, дедушек, если они смогли выбраться. Я увезу вас. Где цунами? Мы в горы уезжаем. Уезжаем в горы, чтобы вас цунами не задело. По-моему, мы спаслись, ребята. По-моему, мы спаслись. Все, волны до сюда уже не дойдут. Волны до сюда не дойдут. Наш герой. Держитесь. А, зацепило колесо, клею. Вперед! К горизонту навстречу судьбе. Нормально, все, уезжаем. Я вас в горы увез. Абрамчик, рекламный здесь только твой донат, потому что ты за него 20 рублей заплатил. Кто-то хочет остановиться, там поссать, посрать кому-то надо? Ребят, сейчас едем ко мне домой. Детки, едем ко мне домой, там безопасно. Вы спасены. Фу, нелегко было. Было нелегко. Найс! Секунду. Строительство моста. Рабочий день на АЭС. Бабки спасаешь? Нет, ни в коем случае. Только за проезд прошу бабки передавать. Бензин-то не бесплатный, знаете, как говорится. И карманы не резиновые, ребят. В свободном режиме количество пассажиров, пешеходов, машин, дорог зависит от времени суток. Учитывайте это при выборе автобуса и планировании расписания маршрута. Честно, хуйня, игра кал. Да не, прикольная игра. Нет. 19 апреля. За неделю до аварии. Автовокзал, гостиничный комплекс, главная площадь. А, у меня огромнейший авто... Ё-моё, это зелочек? Или что это за автобус? Ну ладно, я вторую дверь... Блин, вы помните этот звук мотора? Он реально такой и был. Это звук... А, ну не все на таком ездили, кстати. Это реально такой звук мотора был. Там как будто звенело что-то. Пазик, да, или что это, я не знаю. Не помню, как автобус назывался. Так, в 7.09 нам нужно быть на главной площади. Ну и что сделаешь, хуесос? Подрезаешь меня. Ты что? Бум. Фагот царину, пиопли, фагот царину, пиопли, фагот. Осуждаю донат. О, магазин колосок. А, да, колосок.
Нормально, пока едем, ребят. Мясо, рыба, ассорти, блин. Это такие СССРовские магазины. Это так круто. Такая ностальгия. Так, а что, мы пока едем на главную плоть сейчас и на лесную, да, получается потом. Я думаю, что здесь можно перестроение легкое устроить. Вот. Нормально, нормально, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Ты что, куда ты идешь-то, блядь? Нормально. Все как по инструкции, как говорится. Давайте забираемся в автобус. Оплата проезда, ага. Опа, товарищ инспектор, здравствуйте. Ой. Да какой наезд на пешехода минус 200? За что? За что штрафуете? И так бабок немного. Спасибо за бесплатный билет в цирк. Так, сейчас мы разворачиваемся здесь. Аккуратненько. Ага. Блин, у меня прям ностальгия по такому автобусу. Лежачий полицейский, так вот о чем и речь. Был стоячий, стал лежачий. Можно сзади дверь открыть еще, чтобы быстрее заходили. О, плюс 160. Ну что, стоим, давайте. О, ох, нифига себе, скорая. Там кенту плохо на заднем сиденье. Ай, руль какой тяжелый. Ну да, как вы хотели, тогда не было ни гидроусилителя, ни электроусилителя. Алиса, включи радио 70-х СССР. Алиса, следующий трек. Алиса, следующий трек. Алиса, включи радио 80-х, песни СССР. Включаю подборку «Советские хиты 1980-х». Тун-тун-тун. Дождь звонкой пеленой наполнил небом, майский дождь. ГАИ. Государственная автоинспекция. Гром, гром. Так. Прогремел по крышам, распугал всех кошек гром. Блин, чё я за кайцами еду? Ой, остановили запорожец. У моего бати был запорожец. Блин, пока все нормально, все спокойно. Ой, тихо-тихо-тихо. Чё тормозим-то? Ну? Газку, ребятки. У меня сейчас запорожец есть. А я думал купить на лето, типа, для контента запорожец. Имба тачка. У меня батя на нем так летал, что страшно было. Сейчас на обгон пойдем. Грянул майский гром. Ну давайте, двигайтесь. И веселье бурною. Алиса, следующий трек. На недельку до второго я уеду в Комарово, ну, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарово, сам себя найду в пучине. Сюда. Если часом
Ой-ой-ой-ой-ой. На недельку до второго я уеду в Комарово, где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет лично. О, сюда что ли? Ой-ой-ой. На недельку до второго я уеду в Комарово. Че вы недовольны? И у вас ебало попроще. Алиса, следующий трек. Нахер с дороги, шкуры. Нормально едем. А чё люди недовольны? Я не понял. А вы чего с лицами кривыми сидите? Чё-то не так, вышли с автобуса. Чё-то не так, я дверь открою, сейчас вышли. Всё. Ой-ой-ой. Какая идёт. Танька, привет! Алиса, следующий трек. Уходи. Мы ждали лета, пришла зима. Мы заходили в дома, дом. Левый верх вебка. Блин, ну могу сейчас. Мы ждали завтрашний день. Каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами век. Так, куда вести-то надо, я не понимаю. Разворот? А, там разворот. Господи. Блядь. Я не уволен. С автобуса выйди, сейчас дверь открою и все, не замечу. Просто съебался, деньги можешь себе оставить. Уволен. Давай, Басян, мне похуй. Вот пошел нахуй с автобуса, прям сейчас выходи. Давай. Шмотки забери свои. И выметайся из автобуса, Басян. Все, выкинули. Выкинули. Теперь полегче даже. Я My CSGO скрыл пока что. Я знаю, я скрыл. Я потом его добавлю сейчас. Ой-ой-ой, куда так? Блин, офигеть остановка. Алиса, следующий трек. Шкуры! Заеду к вам попозже. Так. Не, ну пазик это имба. Если бы тебя везли туда, никуда, куда тебе нужно. Да меня туда, я туда везу, все по маршруту, ребят. Вот. Какое столкновение? Столкновение с чем? Ай, блядь, знак, господи. Ебало проще, еще раз говорю. Не вам автобус чинить потом. Порука мажет, как копоть, я беру чью-то руку, а чувствую
Я из-за вас 36 рублей заработал, если что. Алис, следующий трек. Алиса, следующий трек. Бум. Твой батя случайно не Самара был. Кто? Че, никто не выходит? Дима, останови обратно, а то приспичило в туалет. Меня укачало. Пакеты в сиденье напротив. Перед тобой бабушка сидит, у нее авоська, вот туда можешь. Тут-тур-тут-тут. Тут-тур-тут-тут. Немного теплее за стекло, но злые морозы. Там женщина голая в автобусе. Хуйня, не верю. Июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом. О, тара-па-пам-пам. Лексом воняет. Воняет старостью в автобусе. И не от меня. И гладить готов. Старая... Ты куда ты? Ты чё? Я так хочу согреть теплом. Бум. Сука. Куда ж ты выезжаешь-то, дружище? Включи, пожалуйста, летнюю песню группы «Король и Шут». «Король и Шут» тогда не было еще, дружище, соли. О, спортики! Беззащитные шипы. Что с ними сделал снег и морозы? А куда дальше-то ехать? Люди украсят. Лишь на несколько дней. Ох, нифига, на запоре бодренький выезжает Кент. Что ты недоволен? Выйди, если недоволен. Сиди с кривой рожей мне тут. Там нету поезда случайно, но вроде нормально успели. Лаги, ну, ребят, игра немножко новая. Я вижу в зеркало заднего вида деда. Чей дед? А что, там места не было? Чел стоит молоденький, рыженький. Строго, что ли? Ванечек, батя Ванька. Тут-тур-тут-тут. А, я их на С привез. Ё-моё. О, нифига. Тун-тун. Бум. Нет, такого не знаю. Нет, это не он, Дмитрий. О, белые розы. И мир уводить жестокий бьют холодных ветров. Рэмбл, спасибо за 16 месяцев. О, выдумал вас. Я никого не убивал. Белые розы. Блин, нифига там дорога сложная. Я насрал в салоне, убери. Чел, ну если ты насрал в салоне, то придется убрать говно. Сори, но ты тоже подпадаешь под этот список. Тут-ту-ру-ту-тут. Тут-ту-тут. Тут-ту-ру-ту-тут. Кто выдумал вас? Та-там-та-там. Да белые розы. Я их не трогал вообще. Что вы пишете? Игра лагает, потому что не оптимизирована. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с вами делал эти морозы? Пил витрин голубых. Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней. Я оставляю. Yeah.
Что вы пишете? А, это еще не все? Вам не здесь выходить? А-а-а. Ну, блядь, извините. Алиса, следующий трек. Нам до конечной, понял. Range Rover белого цвета, давай выходные погуляем около Лахта-центра. Бум. Дмитрий, есть такое чувство, что вы меня снимаете, да? Ну так-то, ну вообще я такой не занимаюсь темой, но рейндж прикольный, покатаешь? Что ты недовольный? Бум. Лукс, спасибо за 200. Ладно, засчитан подъем. Спасибо за 200. Дрова везешь, давай аккуратней, приехал. Нам с пацанами еще 2 минуты делать перед заводом. Через недельку побазарим. Пусос машину не пропустил. А что, ты ехал, что ли? Подождешь, не этот. Не состаришься. Куда я вас везу-то? Чё так долго? Аэропорт. Алиса, следующий трек. На песне появляется Валентина Легкоступова. Это кто? Спасибо, добрый Бум. Вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Кока. Ты что делаешь? Тварь! Ты в зеркало заднего вида смотришь или только у себя, когда с души выходишь? Я рукой поглажу мой. Бум. Дмитрий, там 36, три количества, остановок 6 количества. Бум. Надеюсь, сейчас все выходят. Давайте, все. Ух ты, хоть раз там был, приходи. Конечно, был в Купчино. Сюда, имба! Че, мы этот лор проходим, да? Звук другой, а то иногда нет смысла донатить больше бабок. Один хуй с 20 рублевками на одном уровне, нихуя не слышно. Кстати, с большим количеством бабок громче, звук другой. Хорошо, я, у меня был звук другой, я для стрим, я поменял для ИРЛов просто. Да, Go этот лор, это прикольно. Интересно. Алиса, следующий трек. Что это? Тут тур, тут. У нас у всех желание есть. В том свире пол или час пить, знает, желание есть. Желание есть. Биг Баффет, спасибо за 4 месяца. О, там на роли какая-то. Я думал, это девочка. Ой-ой-ой, ну.
Пробуйте открыть капот, джойстик 10. Что вообще? Какой джойстик 10? У меня задымило. Движок задымило, братцы. Какой джойстик 10? Нихуя себе. Да блять, что это за прикол, расскажите мне. А, ну вот, все. Ебало на ноль, какой красный свет, все нормально. Машин нету ни слева, ни справа, можно ехать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты... Че он греется? Все нормально. Оставшейся земле. Двери открыть еще. Сейчас остынем. А, ну тут только трогаешься, все, он сразу. Двигайся по инерции. Да, кстати. Война без особых причин. Война дело молодых. Блин, со имба, да? Ой! Все, найс, я нашел вообще лайфхак. Все, просто едем на нейтралочке. Просто на нейтралочке едем. Все, красиво. В этих пазиках, да пазики это пиздец было, я помню. Пытаетесь газовать на нейтральной, да все нормально я делаю. Все, красиво. Алис, следующий трек. Оп. Дедушка какой сутулый, уставший с работы. Тун-ту-тун. Все, разгоняемся. Ничего не взорвется. А, это Пугачева. Go Mrs. Tsunami. Блин, ну здесь тоже интересные. Куда ты едешь, тварь? Падла, не видишь, у меня движок горит. Что интересного в том, что ты разводишь людей. Так здесь же сюжетка. Случится. Сейчас все сделаем. Там же в цунами тоже, скорее всего, будет. А, там пока мост построят, то все, понимаете? Go action. Так там не экшен. Экшен сейчас начнется уже здесь. Тут же каждый раз накидывает сложности, поняли? Вы пытаетесь газовать. Я знаю, на чем я пытаюсь газовать, дружище. Это явно не твоего ума дело. О, мы сейчас с горочки рубанем красиво.
Ты проебешь сейчас? Нет. А, мне в 13:28 надо там быть. Но я успеваю. Может, через, через лес поехать? 13:25 сейчас... Не, я успеваю, нормально. Нормально. Четко вообще все. Станция Янов, 13:31 Янов. Все изи. Изи. Я не опоздал. Случится. Али, следующий трек. Все нормально. Я не опоздал. Что с дорогой? Что с дорогой? Кто дорогу делал? Что за ямки? Ой-ой-ой, сколько народу здесь стоит, как будто давно ждут. Не опоздал, все нормально. Это Янов, станция Янов, 13:28. Все по расписанию. Так, загружаемся, малыши. Опа, товарищ инспектор. Чем обязаны? Нифига себе такой стоит. Слышите, смотрите, как персонаж из Доты. Алиса, следующий трек. Эй, это я? Эй. Это не я, я не по... Что за Кен за рулем? Это вообще не я. Ага, один в один. Там карапуз сидит какой-то. Ланфран. На всех ветвях голубка. Офигенный трек. Ланфран. Ланфран. Там свежий ручей, трава густа. Не, ну боярские, конечно, песенки имбовые делал. Лети в мой сад, голубка. Ты опаздываешь? Да нет, 13:31, 13:32, все по расписанию. Нормально едем. Все четко. Мы легкий сон. Ланфран, ланфран. Че так медленно едем? Ты деньги за проезд передай, чтобы мы быстрее ехали. Ланфран, ланфран. Такие сны так редки. Нормально едем. А что здесь мент шакалит у забора? Бабка, что ли, молоко нелегально продает? Займитесь делом лучше. И роза падает с куста. Тебе на грудь закладку еще. Че дымишь? Да че движок нагрело? Тосол вылился весь. В моем саду. Ой, блядь, что это? Три соловья и ворон. Тихо, ну куда вы идете? Я еще не подъехал. Ланфран, ланфран, любви пророчат хором. Ланфран, ланфран, ланта-тита, ланта-тита. Ланта-тита. Оп. А я там выйду спереди? Не выйду, наверное. Ланта-ти-та. Полковник Вася приехал на фронт со своей... Али, следующий трек. Открой окна, зачем? Ланфрен, ланфран, ланта-ти-та. Жарко? Ну, выйди и постой на остановке следующего, дождешься автобус. Недолго ждали. Сука! Куда мне ехать? Спасибо, Крис Вейв! Блядь! Мне разворачиваться надо, сука. Алиса, следующий трек. Проходим по габаритам нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь.
чуть не укладываемся. Можно здесь выйти? Это тебе не маршрутка. Только на остановках выйти. А есть следующий трек. Это не плейлист, бро. Это просто треки играют один за одним. Бля, шкуры опять на дорогах что-то хотят. Кого укачало, плюс в чат. Алис, следующий трек. Ужасно вводишь, в салоне воняет дымом. Так не кури аж кудишку свою, братишка. Алиса, предыдущий трек. Алиса, следующий трек. По жопу тебе ТГ скинет, Крис. Пускай кидает. Она знает, но он тебе. Алис, следующий трек. Спасибо за мягкую поездку, не за что. Алиса, следующий трек. Я деньги забыла, Дим, могу зайцем. Но я столько кроликом. Родной, а можно быть доточку оформим? Ого. Брат, сейчас походу тебе что-то скажут в чате. Доточку я бы оформил, но только если ребята захотят. Закат покончил летний теплый вечер. Остановился на краю земли. Давай завтра лучше, брат. Вечер не заметил. И лживые не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои у нас тут обманы. Я водителем устроился, брат. Не хватает денег с рекламы. И можешь верить мне, больше я не стану. Ты как, все сделал, что успел? Как хочешь, так живи. Ну я, в принципе, почти в тайминг приезжаю. Смотрит беспечный розовый вечер. Мне вообще нельзя останавливаться. Розовым взглядом смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпит твои. Пусть доверяет. Загружаемся. Тайны свои. Больше не надо. О, ко мне идет. А, нет, слава. Давай, сядь там, успокойся. Не бейся в окно, как муха в банке. Да муж ты ко мне шел, я думал, сейчас будет документы проверять. Пара-пара-пам-пам. Двери, они сами закрываются. Двери закрываются. Чё, прохладно, жарко же, говорим. Пускай воздух дует. Пара, 13:35, у меня минута. Оп, гайцы. Давайте, пацаны, уехали. У тебя движок закипает. Нормально, не закипим. Окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовый. Блин, посмотрите, как выезжает, даже не смотрит. Хотя у него уступи дорогу, точно. Пусть все насмешки терпит твои. Пусть доверяет тайны свои. Что кто? Знак, уступи дорогу. Таких уродов, которые выезжают на 3 минуты раньше. Я опаздываю на автобус, ну ты и сука. Алис, следующий трек. Ой. Алис, следующий трек. Блин, ну это не 80-е. И даже не 90-е, наверное, да? Забирай меня скорей,
Увози за 100 морей, 18 не... Ой, 18 не уже. Алло. Скорей. Увози за 100 морей. Что, Марк, здорово? Чё, как игра, Диман? Охуенно, мне нравится вообще. Охуенно, то есть стоит спиздить. Ну, можно попробовать. Но она атмосферная. Она прикольная. Блин, нужно музыку это, другую. Музыка. У меня музыка играла, прикинь, 70-х годов, а теперь... А чё мне там не заходит народ-то? А, нихера себе они дурачки. Ну, прикольная, короче, игра такая. Она очень атмосферная. В ней только своих саундтреков не хватает, но поскольку есть Элис... Да я не зову Димана в доту, я не хочу. Чё, Марк, доту пойдём? Не-не, пизду. А чё такое? Передышка. Тебе мент сзади палит. Да я вижу, что палит, он за мной похож. Я не знаю, что хочет. Ты очень рофильный парень, люблю тебя. Спасибо, Владислав, ты очень прикольный донатер. Спасибо. Так. На меня скорей. Увози. Да двери сами закрываются, а если нет, то проветривайтесь. Ребят, проветривайтесь. А то сидите, жопы мокрые. Сейчас поезд просто сносит нас. Не, нахрен, повезло. Ой, блин, я здесь не поверну, наверное, да? Ну давай, ты быстрее. Ох, господи. Какой же урод, а? Ну какой же урод? Нифига я бабок заработал. Мне кажется, автобус можно купить. Карта большая? Слушай, ну... Ты можешь ее открыть? Такая, кстати. Ой. Нормально. На улице, ребят, плюс 36 градусов. Всем привет, очень прошу плейлист. Это не плейлист, Харди. Бум. Дим, привет. Очень прошу скинь плейлист. Это не плейлист, играет. Это берешь просто Яндекс Элис, вот, и просто говоришь ей одну песню какую-то вот из такой темы, и она тебе начинает подборку делать. Ну вот смотри, Алис, следующий трек. Ой, блядь, а я в горку-то за... Ой-ой-ой-ой. Не, чё, я тут хочу. Блядь, дружище, только пожалуйста, давай-давай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Найс! Фух. Заехали. Алис, следующий трек. Алис, следующий трек.
Если я не успею, так это ж ГГ. А мне... Ой, так мне прям к блоку этому надо, что ли? Братцы, а можно не ехать туда? Спеваем покой. Старый сейчас пизданет. Спасибо за $1 дабл и не пизданет. Должно все нормально быть, эта игра. Мы спасем всех. Сейчас ёбнет песни в автобусе. Ну блин, да как кто знал, что ёбнет? Ну вы же понимаете. Блять, стрёмно так-то. Та-та-там. О! Что? Что происходит? Ух, блин! Ёк-макарёк! Ё-моё! Бом! Ух ты, блин! Чес музыка, бродяга. Не стыдно, этот автобус чистого... Ё-моё! А у тебя, блядь, утренник для квик-хантиков в плейлисте. Мне кажется, даже твоя дверь дырявая... А что не за... Ё-моё, радиация растет. Быстрее, там есть пострадавший, 100%. Я должен помочь хотя бы тем, кто есть. Срочно одевай костюм. Какой костюм? Что там произошло? Уезжайте! Я пока донаты выключил, ребят, чтобы атмосферу не портить. А, не выключил. Сори. Блядь, я не выключил. Я думал, я выключил. Я же говорил, что пизданет, ты дружище. Все, сейчас выключил, сори. Спасибо большое. Господи! Ой-ой-ой-ой-ой! Ё-моё! Я думал, ну, по-моему, не очень уместная шутка, но было похоже реально модельки, как будто пресс качают. Ё-моё. Офигеть. Ликвидаторы. Развести ликвидаторов по населенным пунктам, где происходит замер радиации. Радиационный фон под... повышен почти везде, но есть особо опасно. Любовь, это же... Специальный автобус с фильтрами и защитными листами свинца. Нихуя себе, такие реально были. Здрасте, Дмитрий. Мы через неделю выпускаем игру Дмитрий Ликс, анальные шарики в жопе. Можете, пожалуйста? Бум! Здравствуйте, Дмитрий. Мы через неделю выпускаем игру Дмитрий Ликс и анальные шарики в жопе. Можете, пожалуйста, прорекламировать нашу игру? Только, пожалуйста, скажите, что очень долго ее ждали. Ой-ой-ой, нифига себе. Спасибо, что поднимаете настроение после тяжелой работы.
рабочего дня. Также хотел бы отметить... Это ликвидаторы? ...что своего возраста вы очень хорошо выглядите. Всего спасибо, я не Светлана, я Дима, если что. Ё-моё. Сталкер какой-то, блин. За что? За что? Было такое? Ну, скорее всего, наверное. Блин, да, это тяжелая история, да? Они бы разнесли радиацию потом. Здорово, Марк. What's up? Ух, нифига себе автобус. Офигеть. Это хороший автобус, кстати. Воу-воу-воу-воу. Куда радиация это так бьет? Куда? Алиса, включи. Включи. Алиса, включи грустную музыку. Вот. Отлично подойдет под грустное настроение. Алис, следующий трек. Пробка. Возникла. Я же. Да, не ебанул уже реактор, радиации же нету. Одичали. Потом приезжали чуваки их отстреливать, чтобы все разорваться в поселке. Всех бобиков, спайков и прочих. Ну да, это жестко на самом деле. Это жестко. Алиса, включи музыку из «Сталкера». Где все по-другому, где все вне закона, сквозь морок дневной и ночные кошмары. Чтоб найти в лабиринтах покинутых зданий ту комнату для исполнения желаний и загадать счастье для всех. А вы уверены, что эта музыка подходит? Нет вообще? Алиса, следующий трек. Алиса, включи музыку из Fallout 4. Вот что я нашла среди плейлистов других пользователей. О. Включаю Fallout 4. Ой.
Алиса, включи Fallout 4 радиостанция. Нашла что-то подходящее среди плейлистов других пользователей. Включаю Fallout 4 Radio Classic. О. Такси, да, симулятор тоже имба, Марк. Да-да-да, я жду его, но он еще не вышел, по-моему. Я закрыл дверь, гайс. Мне в 13.23 надо быть там, я уже опаздываю. А у меня нет другого выбора, как не здесь ехать. А есть следующий трек. Это не буханка. Это пазик. Как в Fallout радио называлось, где музыка апокалиптическая играла? Не помните? Алиса, включи Diamond City Radio из Fallout. Да, что-то такое. Включаю The Ink Spots. Альбом Diamond City Radio Music Inspired by Fallout 4. It's all over, but the cry. На покчапах. А, это реактор. Я прям к нему приехал. Ой-ой-ой-ой-ой. А им тут точно нормально будет? How much I care for you. It's all over, but the dream is... Вожу как могу, ребят, ситуация сами видите какая. Ё-моё, как здесь страшно. Не спешите, ребят. Нормально. 23-й автобус, кстати. Куда ехать? Стоп. And I can't get over crying over. Стоп, направо, да? Да, направо. It's all over. А и следующий трек. Вот, все. Нормально. Ой, здесь радиация бьет мощно очень. Нормально, мы по прямой едем, я увожу, ребят. Ух, ё-моё. Донат чекни. Дер... Пост. Алиса, включи Fallout 4 официальный саундтрек. Включаю The Ink Spots. Альбом Fallout 4 Soundtrack Highlights. Скажи своей кошелке Алисе, что я включила музыку. Чел. Кошелка знаешь кто? Что, не комментили сегодня? О Славе надо было утром по делам. Ты обещал мне помочь с уроками, пап. Но не, не подходит музыка. Алиса, включи музыку из СССР грустную. Нашла что-то подходящее среди плейлистов других пользователей. Включаю ретро-русские песни о любви. Тут-то-тут. Рожден любить! Сиреневый туман на
над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает. Радиации, ну, увеличиваются, а что делать? Кондуктор, не спеши. Алиса, включи «Метро» 2033 саундтрек. Включаю Алексей Эмильчук. Альбом «Метро» 2033 official саундтрек. Этот? Ну да, прикольно, кстати. Но мы пока вывозим, радиация чуть увеличивается, чуть-чуть сейчас вам видно будет. Все, она пропала. А сколько ехать-то? А, ну я почти уехал уже из Припяти. Сталкер поиграть, кстати, мне нравятся такие игры. А там можно вдвоем играть? Да. Ну чё, встань, выходим. Спасибо за рейд, плюс два, сюда. Тут вся фура переехала, за что? Ну что такое-то, ну? Машинка тяжелая, куда тормозит. Ну а что делать, остается ситуация, суета. Да, я еще не всех довез, не все выходят. Все. Ну ладно, едем дальше. А здесь следующий трек. А, назад. Куда назад? А. Ну куда несетесь? Вы что, дуры? Ой, они в боковую влетели, скорее всего, не выжили. Нельзя сталкер Джим Бапе дает, да ладно. Ой, опять радиация. Алиса, следующий трек. Так, едем. Пока обстановка, конечно, не улучшается вообще никак. Бля, просто представляю, насколько это было жестко, вот когда это все произошло. Это жесть. Про пацанов той игры, Мел, вот не знаю, вечерочком как-нибудь. Почему я рейд не могу тебе дать? Потому что я убрал рейд от одного человека, чтобы не спамили. Ну, я бы метро поприходил, метро атмосферное. Так, обгоняем скорую помощь. Так, а что? Ну, у меня полный автобус людей. Вроде вышло пол автобуса, и все равно полный. Как это работает? Что за суета? Ну, метро вечером надо проходить, это факт. Это 100% факт. Один стрим откроет метро. Это в игре звук? Не, брат, это из сталкера. Ну, кстати, подходит.
Но только не последнее метро я бы попроходил. Последнее у меня лагало, если честно. Бэбру вруби. Куда там? Александр Соколов, вакуум. У меня дедушка никогда этот трек подходит. Реально? Алиса, включи Бэбру. Но мне кажется, что нет. Включаю ли L Pencil, Straw Go, Lixx, Corish, Parodic 1CH. Песня Бебра. Осторожно. Детям лучше этого не слышать. Нет, Слав. Корыш. Блин! Вот тебе Бебру. Занесло. Всем здорово. Меня зовут Иван. Я не трахаю твою суку, я трахаю твой диван. Он раздвинул ножки, он ванна. Твою хуя капает, он как. Сразу клоун врубился, ага, занесло. Так, Алиса, следующий трек. Все, нельзя такое слушать. Танюша, у меня сегодня дресс, помню, хотел бы услышать тебя поздравление. Ты такой умный дядька. Танюшечка, через 6 лет давай это самое, там, чё, как. Ну, спишемся. Мне как раз будет 42. Хороший возраст. И уже буду полноценным дядей. Да нет, Танюш, на самом деле, с днем рождения тебя желаю. 12 лет, хороший возраст. Если в зеркало встать, то 12 лет становится 21. А 21 это уже интересно. Всего тебе хорошего желаю. Диман, гоу, стихийные бедствия, одну миссию. Да-да-да, мы туда пойдем. Мы сейчас пойдем туда. После этой миссии. Пойдем стихийные бедствия делать. Ой-ой-ой, как я соболезную. Сейчас мы эту миссию пройдем и идем в Японию. Ой, в Китай. Или в Японию где-то. Телегу подпишитесь, там вся инфа будет про стримы. Про спамки. Плюс там конкурс идет до завтрашнего дня. Но это для монтажеров актуально. И для юмористов. Распамьте телегу, пожалуйста. Подпишитесь, ребят. Дмитрий, разбаньте в чате, я так больше не буду. Ник такой же. Максидир, можешь чела разбанить? Он осознал свою ошибку. Спасибо большое. Алис, следующий трек. Так, мне еще две остановки нужно. А, музыка. А где музыка? А здесь коровки были. А где коровки? Ой, небольшая радиация. Они, наверное, не выжили. Ну не знаю, давайте вот оставим игровую, пока подходит вроде. Бум. Спасибо большое, Трейси, за 150. Артем, у тебя все получится с Кристиной, все красиво будет. Главное, держи пенсил по ветру, как говорится. Так. О, забрали еще троих челов. Куда мне ехать? Направо, да? Бум! Штека, тебе блин. Нахуй надо задонатить, чтобы ты заметил. Включи Александр Соколов. Да зимний огурчик, ты потому что хейтер, я знаю, что там у тебя за песня будет. Вакуум. Про какой-нибудь вакуумный насос 100%. О, они пошли в дом кому-то. Какая же дорога здесь хуевая. А, кстати, да, в натуре. Ну, сейчас с игры музыка исчезнет, 28 дней спустя это идеально подойдет.
что ты несешь, уйди с Твича. Чел, я знаю своих донаторов, поверь мне. И зимний огурчик не лучший из них. Так, выезжаем налево сейчас. Уходи! Уходи! За что? Я спасаю всех! За что? Уходи. Сколько ехать? А, ну все, тут по прямой, слава богу. Уходи. Мы тебя не просили спасать нас, но тоже верно. Пинерол. Не смешная шутка. Бум. Так, я прямо просто еду. Но радиация пока не очень небольшая, что позволяет здесь находиться. Блин, обгоним УАЗик. Я не знаю, куда они едут с такой скоростью, но мне кажется, они могут и не доехать. А ведь у всех у них есть семьи и дети. А у кого-то и не один ребенок, а целых два и больше. Как говорится, неважно сколько, главное, чтобы свои были. Ебать, несло, что-то немножечко проехали, ребятки. Ой. Ну куда ты подпираешь? Ты что, не видишь? Я сдаю! Алиса, включи 28 дней спустя саундтрек. Все, найс! Просто интересно, следующая весна пришла сегодня. Вам нужно отвезти спортсменов на стадион, а по пути сохранить на автобусе динамик, с которого будет играть музыка, создавая праздничный... Блин, ну давайте добьем тут... Да, гоу, здесь какая-то, какой-то... Что-то атмосферное как будто. Ну сейчас, давайте глянем. Ручки в чат! Вся страна отмечает Всесоюзный день физкультурника. С праздником, дорогие товарищи! В честь праздника в нашем городе пройдет дружеский матч любительских футбольных команд «Свобода» и «Питер». К стадиону команды торжественно с музыкой доставит выделенный администрацией города автобус. Перед матчем пройдет забег на 600 метров по проспекту Ленина, ради которого центр города очистили от автомобилей. Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, закаляет характер и учит преодолевать трудности. Поэтому приходите поучаствовать в забеге или же поболеть за спортсменов. Желаем вам здоровья, счастья и новых побед. Вот мент тоже, я сразу думаю. И чё, я буду за спортсменами ехать? Вставай, подождите. А... Да блин! Почему он не едет? А куда ехать? А, я не успел, я проебал миссию, алло. Блять. Я проебал миссию. Давай, если хуёвает Алиса, включи Александр Соколов «Вакуум». Что это за трек? Скажи мне, пожалуйста.
Что это за трек? Песня «Вакуум». Go Tsunami! А, 30 надо ехать. Ё-моё. Ну, сейчас, дайте пройдем вот этот. Сегодня. А можно пропустить? Августа, да, можно. Вся страна... День физкультурника. Все, я еду уже туда сразу. Блин, а реально же были дни физкультурника всякие, офигеть. Кто жил в советское время, кто это помнит? Я, да... А кому сколько лет, напиши? Короче, похуй, ладно. Давайте посмотрим этот. Да, блядь, что 30 ехать? Здесь что, строительство моста? Похуй, что 30 надо. Сейчас в Форзу пойдем. Дим, когда ты кончаешь, у тебя яйца потом синеют? Нет, ну мой парень считает по-другому. Так. Колонна отправляется через 1.5 минуты. Ага. Блин, ну здесь хоть автобус такой, знаете, современненький, да? Ой, блядь. Джонни Кейдж, Люкен, Саб-Зиро. Ой! Так, все, едем. В атмосферу погружаемся. Алиса, включи. А это что, это Таиланд или Япония? Это Таиланд или Япония? Нихуя автобус. Сколько едет? Алиса, следующий трек. Я думал, там можно налево повернуть, а это мост. Ну, ёшкин кот. Стрёмно. Так, и чё мне, как мне тут разворачиваться? Давай, давай, выезжай. Ну давай, едь, Грипсон. А, мне за ними ехать. Как двери открыты? Ещё и штрафанули. Все, едем.
А чё ты недоволен? Лицо попроще, братян, братин, браташ, блин, братишка. Братевашка. Братян. Бракун. Так. А мне за ними ехать или что? Или я могу по своему маршруту... Я могу раньше ж приехать, по идее, да? Мне ж похер. Какая разница? Одна дает, другая дразница. Вот и все. Что вы недовольны? Тут дорога хуевая, не я строил, но я еду. А че вы недовольны? Ну, посмотри, а? Им еще, видите ли, езжать аккуратно. Теперь сразу недовольство включают. Я тебя аккуратнее, не бревна везешь. Ну, бревна точно не бревна, но деревья, ну, пару деревьев и камней там есть. А с камнями ничего не будет. Алис, следующий трек. Бать, дорога, конечно. Не отвлекайте водителя, чат, по факту. Ну куда-то едем сейчас, посмотрим. Ну блин, музыка не подходит. Тут должна такая быть. Алиса, поставь тайландскую. Алиса, поставь тайскую музыку. Солнышко и жаркая погода. Вот что я нашла среди плейлистов других пользователей. Мы же не... Включая тайская музыка. Пока все нормально. Типа никто не знает о происшествии. Что такое? Что такое? Фу, блядь. Это не BTC. Алис, следующий трек. Алиса, следующий трек. Вот они, BTC, слева направо. Ой, дерево упало, смотрите. Все, мы почти приехали уже. Так, здесь резкий поворот налево будет, но мы его аккуратненько пройдем. Ух ты, ни хрена себе. А это так и должно быть? Алис, следующий трек. А, и все? Цель... А, нифига там сейчас... Нифига там проехать надо будет.
На заправочной вблизи поселка, который находится, возникли технические, из-за чего она не будет работать в автобусе, который скоро нужно будет пустить. Заканчивается топливо, и теперь единственное заправиться, это доехать до заправочной на побережье, чтобы топлива хватило. Старайтесь меньше тормозить, а также выключать двигатель, когда движетесь... А, нифига. Алиса, включи тайскую музыку для мужчин. Нашла что-то подходящее среди плейлистов других пользователей. Включаю тайская музыка. А, он постоянно эту ставит, да? В чем смысл игры? Да типа проходишь, и в итоге должна быть кульминация какая-то. Если будете отключать двигатель и скатываться. Короче, жесткий какой-то этот. А где топливо? Вижу топливо. Ну ладно, мы сейчас ускоримся, типа. А, ну тут не надо забирать никого, это хорошо. Все, и тут можно движок вырубать. И спокойно катиться. Бум. Включи песню Оми, Эдуард Шарпиан, ты магнитичный. Максидир, спасибо за 20 без заказа песен, у меня тут не радио. Так, все, пока на спокойном едем, на нейтрале, не будем выпендриваться. В принципе, здесь горки, я думаю, мы далеко доедем. Пор, запреди. Нормально. Алиса, включи музыку для езды на нейтральной передаче. Вот что я нашла среди плейлистов. А, так я вообще сейчас съеду без потерь бензина. Включаю для вождения. Ladies and gentlemen. Put your hands together. Сука, ты на этой хуйне по обочине ехать можешь? Что, мне дверь открылась, что Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. О, набор пошел. Блин, там резкий поворот. Сюда, это Форза, вот вы Форзу хотели, пожалуйста. Тогда Дота завтра, может, соберем. Мне вообще бензин не нужен. А не следующий трек.
трек. Опа. Ух ты. Ой-ой-ой-ой. Нормально, летим. На обгон идем, на нейтралочке. Чел, пропусти, ну что ты делаешь? Падлу что ли, торопишься? Я не вижу у тебя беременной женщины на заднем сиденье. No money, money. Песня. Алиса, включи Job to do. Do the... Включаю That's My Uncle. Песня Job to do. Песня для расслабления. Чуть-чуть газку подать надо. Блин, мне Маша что-то не сказала. Сейчас сделаем. Сейчас, секунду, чат, я альтабну сейчас. Сейчас сделаем. Так. Оп. Вот и заправочка. Сейчас, у меня баннер завис, паука. Не-не, паука, баннер завис. Все, я прошел миссию. Так, что дальше? Ночной шторм! На прибрежный город Джудьян надвигается торнадо. Нужно немедленно поехать туда и спасти. О-о-о-о. Вот это мне нравится. Ты должен всегда доверять своей девушке, даже когда ее ночью пишет парень, записанный как... Ё-моё. Что это такое? Езжайте в зону поисков. Вам придется искать людей самостоятельно. Будьте внимательны. Алиса, включи тревожную музыку «Торнадо». Ой, блядь. Хотя давайте тут нормальные звуки в игре. Блин, стрёмно. Ну куда ж ты едешь, тварь? Фары, я не знаю, как включать фары, чат.
В эфире программа «Виват История» в студии... Алиса, следующий трек! В 36-м эпизоде подкаста... Алиса, смени радио! Какой 36-й эпизод? Какие сложные у вас упражнения? Алиса, стоп! Добро. Бум! Донат прошлый прочитай. Сейчас. Что там 36-й эпизод? Алиса, что за 36-й эпизод? Это сложный вопрос. Быстро не разобраться. Если хотите, я могу отправить ссылку с результатами поиска на ваш телефон. Алиса, что такое 36-й эпизод? К сожалению, слава я Богу. Ничего не нашла. Все. Алиса, включи музыку, продолжи. Алиса, следующий. Алиса, включи трек. Что включить? Сейчас, как сказать? Алиса, включи трек «Бушует погода». Во. Включаю «Шейх Мансур». «Погода», песня. То, что надо для торнадо. Солнце жарит спину, травка зеленеет, пью колоду пину и холоднеет. Погода песня. Ой-ой-ой-ой-ой! Погода песня. Погода песня, летим! Ноги оголели, уличные дамы. Будет шпилю вили, я же Нострадамус. Погода песня. Погода песня, вообще сказка! Песня идеальная для влюблённых торнадо. Погода песня вообще. Я представляю, если в торнадо влететь под такую песню. Погода вообще песня, и тебя просто нахуй выкинула. За карту, причем за карту земли. Погода песня. Погода реально песня. Так, сейчас. Погода песня. Ой. Чё, чат, КС-очку одну, может, это шуганем?